Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур Блэк Сильвер, Шустрила Макс и Гриша Джек Шепард. Привет. И я, Артём. В общем-то, продолжаем проходить Star Wars The Old Republic. Находимся в контине. Вот. Мне уже порядком звонит телефон. В контине мы находимся чисто из-за меня, потому что тут со мной договорилась звонится одна мадам из связных. Сейчас я с ней поговорю, и после этого пойдем дальше. Нам надо будет в джунгли, там вроде как у вас квесты какие-то. Мы этот квест не увидим этот разговор, по идее. Да, поэтому вы пока отдыхаете, там вон девочки танцуют. Это дозорный 2, сигнал получен. Слушай, я больше снова 100 кредитов отправить мне, да. Я не хочу. Короче, она с камер за мной смотрит, готова продолжать. Give me the rundown. Говори, что надо. Theavor is being sheltered by the Sith Lord Grathan. Grathan turns a blind eye to Theavor's affiliations in exchange for weapon designs. Так, нам я сейчас вступлю в переговоры с каким-то торговцем оружием. We demand that Grathan turn him over. Supporting dissidents is treason. Dealing with Grathan directly isn't an option. He's involved in a power struggle with the other Dark Lords. In essence, he's gone rogue. However, Theavor's daughter Samara frequents this cantina. She has access to Theavor's workshop in Grathan's estate. Короче говоря, у меня тут дочь есть этого торговца. Она, собственно, постоянно посещает эту кантину. Сейчас нужно с ней поговорить. Samara Mindak is rich, young, and willing to flaunt her advantages. She's popular with the Cast City Elite, but hardly beloved. Золотая молодежь, короче, дочь. Our profile suggests she'll cooperate with good incentives. I've located her in a private lounge. It's up to you how to handle her. She won't be a problem. Once Samara's told you how to reach her father's workshop, head to Lord Grathan's estate. Send us anything you find on Theodore's computers. Consider it done. Go. Понятно. Мне нужно, короче говоря, у меня тут дочка есть торговца оружием, нужно с ней поговорить, установить контакт и после этого отправиться к ним куда-то в поместье. Где она тут? Давай. Да я слышал, как вы готовы. Я скоро вас расстреливать начну, похоже. Это невозможно. Ты не можешь сделать это с нами. У меня же все куплено, не забывай про это. У меня в комментариях было написано. Отстоять! Сюда они, ребята. Только избранным доступен. Фух, я хоть не избран. Рачки писали в комментариях, что, мол, интересно, сколько Артуру денег заплатили за то, что он рекламирует игру как раз перед переходом ее на free-to-play. Как все удачно сложилось таки. Ребята, это коммерческая тайна, давайте. Почему я об этом ничего не знаю? Почему мне не заплатили? Где наша доля? Слышь? Так, все готовы? Да. Давай. Мы сейчас кого-то будем убивать? А, тут, похоже, я один могу идти только, что ли? Нет, с тобой. Я вошел. Story area, все как положено. Так, и что происходит на этой истории? Корейский мальчик что-то говорит. А у меня ничего не говорит. Хотя это моя локация. Она пьет туалетную бумагу. Какая вкусная туалетная бумага. Пойду, говорит, с кем-нибудь еще поговорю. И попью туалетной бумаги. Да, это очень вкусно. Посмотри, оп, Арту. Короче, ей скучно с этим парнем. И посмотри. Пойду, говорит, с кем-нибудь поговорю. Наслаждаешься собой? Это не худшая вечеринка, на которой я была, но тут есть что улучшить, знаешь? Самара. Это я. Не каждый может подойти ко мне и просто заговорить. Ты военный, да? У тебя есть и, оружие и этот. Это неплохо так выглядит. Выглядишь как военный, короче. Так, пофлиртуем с ней. Давай. Does that have an appeal? Maybe it does. Как он флиртует с каменным лицом? Да вообще. Samara. Samara, будь осторожна. Нужно прям... Заткнись, твою мать, кореец, мать твою. Это слишком круто. Как я могу послужить империи? Давай поболтаем маленько. I came looking for a dangerous man. Looking for a dangerous man. Much better company. Я пришел в поисках опасного человека, говорит, ну смотрю, ты еще лучшей компании. My dad doesn't approve of military guys. Hard to know what they're really after. Ему отцу, говорит, не понравятся военные ребята. Никогда не знаешь, что у них за плечами.
Что они прислали? Что они какие-то реплики? Добрая реплика, как сейчас. Отлично. Сначала наслаждение, потом бизнес. Куда она руку тянет? Что? Какого хрена? Заткнись, мать твою, кореец! О, ну Артур! Завидуйте, завидуйте! Вы поняли, да? Кореец. У нас там людей пытают, молнии, огонь, а тут... Ты же сделаешь плохую девочку. Yeah. Вот коты к папиной мысли. Ну или цеху. Чё, говорит, приходи. Если б ты, да, если б ты зашёл. Мы за тобой следим. You don't have to worry about that. Imperial intelligence will be watching you, Samara. Ну, имперская разведка будет за... Что? Ну я же ничего не сделала. Я думала, что помогла. Я отошел такой назад. Вот он, вот он. Использовал ее, употребил, короче. Капец. О, смотри, Джек, у меня кое-что есть для тебя. У тебя есть кое-что для меня, давай. Вы теперь поняли, как это делается, фанатики? Горячий поцелуй подойдет. Давай. На. Так, ребятушки, где давайте пойдем. Нам есть... нужно выдвигаться куда-то в джунгли, по-моему. А, одну секунду, мы уже догоняем вас. Да. Так, я чтобы надеюсь, лифт уедет без вас. Да сейчас. Ехал без тебя. Я думал, там лифт. Короче говоря, вот, вот как нужно работать. А то там кому-то отрубить голову, кому-то выбрать там кишки. Что за люди? Пососался и ушел. Разведки не обучают. То есть ты предлагаешь с нашим Дарт Барресом, нашим мастером... Снять его шлем, да. Отойти в сторонку, да. Кстати, да, неизвестно, что там под шлемом еще. Забыть обо всех предрассудках. Я не думаю, что Дарт Баррес девушка, если уж так мягко. Так, мне нужно карточку получить. Карточку мне нужно получить, для этого мне нужно... По-любому, короче, выбираться из города нужно мне. У вас квесты в городе остались? А, нет, нет. Ну вот один сзади висит, но он стрёмный, наверное. Ну да. Самый низ нам туда карты нужны. Самый низ, отлично. Кусочек торта. Ой-ой-ой. 5 FPS, офигеть. Много FPS, очень много. Не знаю, у меня нормально, у меня как залимитирован на 30, так на нем и держится. Но просто вот после последнего патча она вообще нестабильно стала работать. Нам раньше, то есть... по дороге в неизведанное идти, да? Из неё перебил. Да, ну, после патча, вернее, без фрапса у меня было до патча. Да, мы не на такси, ребят, нам не на такси. Нет, нет, не на такси, так идем. Да? А я там был, я... Потому что ты там далеко был. Идти. К стене могу прилететь. Кстати, может, мы не взяли два побочных квеста, если что, в городе. Мы, думаю, вернемся еще туда, да? Ну, да, я может. Думаю, не раз еще туда вернемся. Там прямо на центральной площади. Короче, пилить нам сейчас достаточно далеко придется. Ну, по пути, я думаю, мы там еще что-нибудь найдем. Ну, понятно. Нет, пока туда далеко, дойдем, в общем. Мне так упадло скинуть. А, да, точно, мы с вами один герой не выполняли, он как раз у стены, к которой мы направляемся. Да, ну да. Ну, план это прикольно, сложный. Мне нравится. А у кого-нибудь есть этот квест, чтобы он смог поделиться? Какой? Дойдем все равно туда. А квест прямо там дают, да? Да-да, мы мимо пройдем как раз. Замечательно. Я думал, мы его пропустили. Не-не. Короче говоря, как обычно. Вот это вот, кстати говоря, если кому непонятно, вокруг меня свечение, это шустрилин баф. Да. То есть урон от меня 50% большей части. Идет ко мне. Да, ну 50% в большей плюс части. Он получает на 5% в общем меньше урона. Да, это ему его благодарность за то, что я его снабжаю наркотой. Да, то есть я решил как-то, надо же в обе стороны работать. Ну да. В принципе, я думаю, мы таким макаром минут через 10 туда добежим, если все ровно будет. Ну, симулятор бега по лесу активирует это. Ага, это мы любим. Родное все-таки. Между сериями Джек Шепард выполнил свой квест. Так что теперь они шустрилы догнали друг друга. Да, выровнялись. Да. Только с учетом того, что на 3 левела выше, а так все. Мы ровны. Ровные. Ничего, тут эти 3 левела больно-то не решают. Действительно. Я понимаю, 10. Там, кстати, уже враги какие-то. А нет, это нет. Труперы. Это обычные местные все бойцы. Враги. А вон и квест, видимо. Нет, не то. О, не ты не посмотри, тот. Кто это такие. Офигеть. Вау. Так, ладно, я через голый кол. А, эти зверяки? Угу. Так, шустрый твой квест переводи.
Окей. Когда ты меня уважали, знаешь, мое слово много весило, мои войска сейчас что-то планируют. Одни предатели, говорит, паранойя у него, короче. Самое умное решение было бы убить их всех. Как я могу планировать что-то? Не, я знаю, они что-то планируют, типа сюрпризы вечеринки к моему повышению. На Пушкина похож. Только я думаю, это была ошибка. Мои люди делают хорошую работу и держат меня в тени. Слишком хорошо. Тупые идиоты. Ты должен послушать меня. Это сейчас я, у меня не паранойя, типа. Я узнал ужасную угрозу для Империи. Здесь одни шпионы в джунглях. И они невидимы. Ты можешь видеть их только когда молния сверкает, чтобы нарушить их маскировку. Ты идиот. Не будь идиотом. Паранойя, короче, какой-то. Имперские враги что-то затевают. Я просто, говорят, это знаю. Просто знаю. Иди в джунгли, да. Подожди, пока молния жарит, и убей всех шпионов. Ты больной. А, нельзя выбрать такой вариант. Кстати, интересно. Вот этот Hall of Uber, он у меня, кстати, был, и мне это принесла, компаньонка. А, ё-моё, извиняюсь, это ошибка. Это, не то. Это ошибка, да. Ну, обычный там мусор получается. Это что же такие за звери-то? Ну, это не звери, это аборигены какие-то, что ли. Офигеть. Это кубазы какие-то, в общем-то. Ну что, сходим, будем ждать молнию. Устройство маскировки. Вы понимаете, что Джек Шепард у нас опять убежал? И пора бы ему уже по голове настучать за это. Джек Шепард, вернись обратно. Ну вон, ты подставь свой череп. Да. Хватит убегать от людей. Короче говоря, параноик. Они, говорит, тут кругом, за каждым углом, говорит. Да, говорит, что начальство ему не верит. Ой, на меня напали шпионы, прикинь. Вот они и есть, в общем-то. Был прав. По-моему, он был прав, да. И кто псих сейчас? Это псих сейчас псих, а? А сейчас псих? У нас там покрестовал. Так, всем понравилось. Джек Шепард. Там какая-то статуя здоровенная. Спасибо. Давайте. За наводку. Атакующий. Вон справа у нас шпион, нет? Трупа, вообще-то молния не сверкает, мы их так видим. Спец нас! Потому что... Мы просто под наркотиком Артура, поэтому мы их видим. Мы вообще все видим. Ну, успею, да. Нет, выстрелил. Успею. Они из воздуха появляются просто. На самом деле никакая молния не шарашит. Обманщики из... Да. Откуда? Кто создал? Какая студия создала игру? BioWare. Обманщики из BioWare. Вот, теперь молния сверкнула, то есть посох вставили, они появились. Вот о чем он говорил. А то, что мы убивали, это побочные... Ну, как бонус был просто. Понял. А тут мы вставили посох, него бахнула молния. И маскировка. О, их что-то нет. Желтое. Ой, два что-то желтое. Так, кто-то у нас там далеко убежал. А, тут просто напали, я извиняюсь. Да ладно. Ничего я страшного. Оборонялся, да. Ой, тут две желтые штуки, их надо, наверное, собирать. Да, там мне четыре штуки такие. По-моему. Их даже тут три. Вообще их тут четыре. Вообще толпа. Ну, в принципе, да, одну взял и достаточно. Мы выполним бонус-квест за уничтожение шести этих чуваков. Ну, хорошо. Да, агрится на меня, это хорошо. Вот сейчас ощутимо. Ща-ща-ща-ща тебе будет ширвать. Оп! О! Я король ящериц. Я чувствую ноги, да? Так, все, ты можешь возвращаться к королю Джили. Ой, королю, говорю, к капитану. Артур уже повысил сразу. О, давайте побьем этих мобов еще чуть-чуть, не буквально парочка левелов. Окей. Мы сейчас квест дадим, как раз получишь. Я понял, настоящий, друзья, я знал, что вы согласились. Да потом. Я понял. Ладно, пойдем. Вот и все. Это так было. Крик души. Понимаете? Пока недалеко, просто вернемся. А так можно было на обратной дороге. Хотя я не думаю, что мы обратно так же пойдем. Просто через Quick Travel, если что, про путешествие. Или там, может, такси откроем. Да, по-моему, где-то должно. В смысле, свою контору такси. Я хочу такой же мотоцикл. Какой-то уборщик проехался.
Вот такой, по-моему, стоит 6 тысяч кредитов. Мотоцикл. Порщик, блин. У меня бы хватило. Сколько у меня там? У меня 7300. Меня смущает лишь то, что надо где-то обучиться на нем ездить. Да, там, по-моему, а у кого и где, без понятия. А, ну, типа права получить надо? Прилетим. Ну да. Там возьмем уроки вождения, пилотирования, этой фигни. Так, все, все оттуда! Это заткнет этих дураков, которые звали меня параноиком. С этим я наконец-то обрету, расскажу, докажу, что шпионы вокруг нас. Ты отлично послужил империи, мой друг. Возьми это, и мое, и мои благодарности. Окей. Это вот. Больше не буду тебя колоть. Так, оба ботиночки, так, и они плохие. Ботиночки плохие, лучше взять commendations. Град. Спасибо, друг. Спасибо, так, брат. Я, похоже, опять последним буду, кто уровень получит. У тебя, Артём, там далеко осталось? Да, еще прилично. Так, у меня еще половина. Будет. Ну да. А, я тоже как бы не чуть больше половины. Ребята, пока без меня подерётесь, мне нужно прокачаться. Давай. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, пока ты в шляпе. Так, а мы в ту сторону идем вообще, нет? Да. Да-да-да, мы, я идем по другой дороге. Карта открыта. Ну ладно. Я знаю, что делать. Ты в смысле, пока мы не записывали, ты по всей карте побежал? Я там был, да. Ну ладно. Турист. Турист вас. Так, а что там такое? Там лагерь какой-то вижу по левому борту от нас. Да, там будет гигантская стена. Там, я думаю, квест у нас так и называется локация. Там будет герой. Да, так и называется стена. И там такси будет, по-моему. Там будет такси, там будет герой. Так, вон какой-то населенный пункт впереди. Прекрасно. И там, похоже, такси я вижу. Genius. Стена. Офигеть. Drummondcast, стена. Ок. Вы исследовали стену. Что вы хотите получить за это? Вот, много квестов берем. Сейчас открываем сначала. Так, вы открыли стену, и теперь, ну-ка, если карта... Да, теперь у нас прям... Я, кстати, понял, по какому принципу работает такси, то есть в «Звездных войнах». Не просто так ты говоришь, куда тебе надо, а дорогу покажешь? То есть, если ты знаешь, куда ехать, тогда тебя повезут. Вот это вот героик сейчас будет. Ну ладно. Наконец-то, кто взял? Переводите? Наконец-то кто-то поймет. Может, вы поможете мне с моей работой? Идиоты, мои ученики убивают себя во время ритуала. Они хотят вызвать чудовище темной стороны силы, Сидспауна, и привести его ко мне. Я даже артефакт себе разработала, чтобы приманить его. Можешь помочь? Если цена будет правильная. Why would you want to summon a Sith spawn? Зачем вы хотите его вызвать? Why would anybody want? Зачем кому это может вообще понадобиться, ты правильно думаешь? Безумно мощное создание темной страны. Это был сарказм, если что. Так, короче говоря. Драться с каким-то сиспавном нет проблем. I break beasts' necks in my sleep. Я, говорит, во сне ломаю шеи. Возьми, короче, руны и принеси их куда-то в джунгли. Мне, говорит, не стой, давай. Принеси ко мне мои. Здесь, кстати, будет ВБ, так называемый мировой босс. В смысле мировой босс? Это вот сейчас куда пойдем? Ну, он будет в конце карты, и мы с вами можем просто его показать зрителям. Это гигантская махина, которую нам не убить. Да-да-да, там мощная. Да, не убить. Очень мощная. У него сколько там, 200 тысяч здоровья, что ли? Ой, тут, кстати, сейчас флешпоинт будет рядом. Можно будет взять, конечно. Оружие, говорит, держите в карманах и не шевелитесь. Сейчас просканируют дроидов вас. Идентификация окончена. Вас проверено, извините, мой лорд. Мне, говорит, самой надоело так своих людей унижать всякими обысками. Не нужно. У меня спрашивают, типа, о моей лояльности. Единственный пропуск, который у меня есть, это мой световой меч.
Not when it's one of your own, who's the problem? Look, stick around. То, что Сит не позволит тебе тут пройти. The situation, but Graffin's a nightmare. The Sith Lord's gone rogue. He's holed up in his estate. Короче, какие-то проблемы ушел, да. Shields and a cadre of scientists developing new tech to use. Он заперся в поместье за стеной. Respect and authority from the Dark Council. So in true fashion, he turned on his masters to prove his power. As a result, предал своего мастера, чтобы повысить свою силу. So if you're here to cause Grathan problems anyway, you might help us out. Короче говоря, у нас тут есть мятежный лорд Сит. С которым да. Нас просят разобраться. Mm-hmm. Он был очень уважаем, но шарики за ролики заехали. Of course, of course. Here's the story. There are nearly 100 men assigned to this sector, some on the wall, some. Короче, к этому сектору приписано приблизительно 100 человек. 20 уже пропало. Мои люди, фактически мои дети. Гретом их похитил, я хочу их вернуть. Ну а моя какая в этом заинтересованность? Они слабы. Они доказали свою слабость. Что хочешь, чтобы я сделал? Я не знаю, что хочет от них Лорд Граттон. Может, держит их просто как заложников. Но если вы направляетесь в его земли, помогите им. Выбраться. Да. Скажите, чтобы они, в общем-то, герцогине доложили. В общем-то, они ее так называют, герцогиня эту бабу. Mm-hmm. Как они тебя называют? Они твои солдаты, герцогиня. Значит, это твоя проблема. С таким отношением я не удивлена. В общем-то, верни мне этих людей, и я тебе за это заплачу. Заплатишь? Шикарно. Вот теперь ты дело говоришь. Ладно, что ты передумал. У меня есть графон. Короче, переводит он другое крыло. Okay. Он их переводит в другое крыло этого поместья, говорит, быстрее, пока не поздно, разберитесь, я, говорит, вам заплачу, и все дела, и все хорошо. Господи, так, еще. Все в квестах. Вот здесь флешпоинт. Это не внизу в квестах, это где мы... флешпоинт? Пошли на флешпоинт. Ну, у нас не по левелу, по-моему, там 17-й нужен. А, то есть Жек пойдет. Ну, его можно просто... левел тут написано. Тут, кстати, мы увидим первый раз. Нет, мы просто за серию не успеем, если что, в следующий пройдем. Одного из наших хороших знакомых. Наре? Emergency Protocol Activated. Отличный квест. Что тут творится? Чрезвычайная ситуация. Что здесь происходит? Сообщение. Ого, дядя. Это Дарт Малгус с флота экспедиции. Всем войскам доступным. Если вы это получаете, значит, Империи нужна ваша сила. Это твой долг и твоя привилегия. В общем, тут такой. Ужасный такой. Никогда не слышал о неком Дарке Малгусе. Дестройер Малгус, разрушитель. Уничтожитель храма джедаев. Да. Командир флота. Так это же, подожди, тот самый из интро начального. Да, да, да. Запись. Вы присоединяетесь к ударному отряду. Короче, будем выдвигаться к спейс-доку местному. Вот такие дела. Нужно больше информации. Надо бы побольше узнать об этой боевой станции. Короче, какая-то колония. Колония Побега. 6, плюс 6 звездных систем. Станция Молот. Все, он закончил, типа. Окей. Ну, в общем-то, вот мы встретились с главным нашим, Дарт Малгус. Это ура. Такой суровый мужчина. По интро там вообще, конечно, блин. И вот эти вот ролики в этой игре, они просто, по-моему, выше всяких похвал. Шедевр, не иначе. Как там этот храм джедаев, который несколько тысячелетий стоял, они тупо влетели на корабле. Въехали в стройку, в общем, да. Я въезжаю. Подожди, а может мы... Так, а все правильно, мы назад возвращаемся, да? Еще квест у нас. Почему назад? Нет, мы не назад, нет. Не-не-не, нормально, нормально. Это я перепутал. Так, осторожно, там уже эти... А, нет, это еще квест. Угу. Так, сейчас, секунду. Будьте осторожны, лорд глаза у Грата. Грата мы везде. Он подозревает все странное. Всех странников. Да, точно. Он должен... Он не должен узнать о наших действиях. Это как скажешь.
отвечу я. Назови себя, мать твою. Your name now. Быстро, имя. Captain Brin. Капитан Брин. Имперский спецназ. Это работа требует большого внимания. Большие проблемы. Безумные ученые, любят оружие, киборги, дроиды, эргономические кресла. Самое опасное — это кресло. Моя миссия — держать классно. Присматривать за ним. Вот то, что... Значит, ты тут творишь, в общем-то. Да ничего особенного. Just visiting my old friend. Проведу старого друга. Не дури меня. Меня не обманешь. Нет, друзья, у него нет. Так много. Мои приказы — держать дистанцию от него. Enter Lord Grafton's place or cause any kind of ruckus. But I'm supposed to see about a certain prototype turret design the Rogue Lord supposedly acquired. Я, короче, вижу тут какой-то прототип какой-то турели, которую разработал этот. Походу, я один вообще не заинтересован. Все так стоят, мой тип ему просто категорически. И, в общем-то, Империя хочет эту турель заполучить. Ну, продолжай. Что ты хочешь сказать? Давай продолжай. Интересно, да? Она заинтересовала. Хорошо. Короче, у этого лорда Гратона есть турели, которые где-то спрятаны. Я их сам искал, но так и не нашел. Ну, приказ. Посматривай, говорит, если что, может, найдешь. Да, все равно ты, говорит, сюда идешь. Бабки на бочку. Бабки. А тут ты выбрал третий? Нет, ну, я же добрый. You never get past the turret. Вы никогда не пройдете турели, если у вас нет охранных значков, в общем-то. Они распространяют сигнал, чтобы можно было пройти турели. В общем-то, надо найти эти бейджики у охранников. Да, и в общем, тогда можно будет туда попасть, мимо этих турелей пройти. Система свой-чужой, нужно найти, побежали. Кат? Да. Короче, квестов набрали, ну, по приходу на эту локацию. Сначала давайте лево руля, потому что вот здесь такой квест. Призвать супер-миньона какого-то и дать ему... Да-да-да, здесь мы сейчас будем делать так, героя. Артур, Артур, подожди, подожди. О, теперь можно. Все, хорошо. Так, чё я себя-то калю? Нужен тебя ковырять. Да. И все равно себя колет. Блин, короче, нужно лучше через мышку. Через F-ки кнопки у меня не особо получается пока что собирать почему-то. Ну, в принципе, ладно. Джек Шепард, получи маленько. Давай. Давай. О, да. Он там летает. Что там за древние постройки такие на заднем плане? Блин, мне нравится эта планета. Но я хочу вот на тут там вот, да, мы дальше. Дальняя постройка. Дальше пойдем. Быть. Там храмы такие зафигенные вообще. Заброшенные древние. Там именно... Я один, похоже, не знаю, что меня на этой планете ждет. Тут все уже такие бывалые, как будто. Я тоже не знаю. Тебе плюс, значит. Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Спрыгивайте ко мне, потому что здесь чуваки, которых я один вряд ли сбил. Подожди, у меня тут атака просто. Аналогично. Может, вдвоем одного. Их потрое. 160 опыта, 160 опыта, пока я просто стою. А где ты вообще? Да он куда-то. Ты, блин, урвал. Я просто спрыгнул с этой горы. Ага, да, тут такие мощные вот эти пацанчики. Да-да-да. Так, у меня там что-то сзади осталось. Ну ладно. Давайте я одного в воздух оставлю. Пробафаться и... Вот за заднего, который ящер. Вот этого? А, все, вижу. Ну, секунду, давай, сейчас. Давай, подкидывай. И я влетаю в центральную. Окей, 2 секунды. Так, 3, 2, 1. Гоу. Так, Артемочек, тебе идет один. А нет, он обратно на них уже побежал. Сейчас я за окно. Так, я начинаю лечить. Я что-то, похоже, Макс, не буду успевать. Я уже прыгал. А, ладно. Я его, походу, разбудил. Да, без хиллера тут, я смотрю, вообще делать нечего особо. Да, 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 тут уже хероик. Эрия, походу. Ой, а этого-то никто не добил. Я думал, прыжком просто. Ой-ой-ой, так. У меня энергия кончилась. Да, нормально. Ну, все, справились. Да. У меня энергия, она расходуется на действие. Мне нужно некоторое время отдохнуть, чтобы это. Стрела здоровья. Ага. У меня так это все работает. Ну, как у Роги в World of Warcraft, собственно говоря. Вот нормально что, мы должны что-то сделать. Мужичок. Сейчас мы поедем. Должны. А, да, мужичок. Короче, найти эти реликвии. О, мне дало. А, так. А я даже не ищу. Я что-то в эту серию всю полностью втыкаю. Так, у меня дало, да.
И потом эти реликвии, в общем-то, чтобы правильные комбинации собрать, нужно кодекс знать, ребята, ситхов. Я его знаю прекрасно. Отлично. Так, ты готов поднять? А, ну эти вроде простые. Ну, тогда. А так. А я просто буду бегать за вами и повторять ваши действия, потому что, о, ты посмотри, какие серьезные эти. Ой, блин, откуда? Но эти две гигантские годзиллы бьют меня. Ой, нет, не атака. Все, пусть висит. Масухи не используем. Блин, надо было не трогать. А кто? Я вроде никто не трогал. Это я наложил. Ладно. Так, она к тебе так, пошла. Так, я глушанул, короче. Я ее переагрю. Надеюсь, она вас переагрит. Все, давай, поехали. Прыжок, двоих сразу бью и этого. Да, останет меня. Я забрал. Убить его кто-нибудь. Я забрал его, все. Рейч. Опа, а ты в меня, да, ты меня ширяй, вообще класс. Крафир. Да. Так, commendation. Круто. Вот это круто, да. Так, давай. Commendation от тела, хорошо. А тут у нас тоже тело где-то, да? Артур. Да, вот оно. А, вот. iPod достань на секунду, чтобы потом не париться. Да, оно уже восстановилось, считай, жизнь моя. Так, давайте вот сюда сначала. Так что без iPod разберусь. Кто-то не взял. Я взял. А, кто-то нет, сзади еще остался Артур. Да. Как я и говорю, сегодня что-то втыкать начал уже. О, что ж ты делаешь такой, Артур? О, боже мой. Все, нормально. Да. О май гош. Действительно нормально. Так, сможешь поднять? Какую? Зелененького. Ага, вот этот. Не, наверное, тут а зачем? Нам же туда не надо. Нам можно просто мимо пройти. Нам надо туда. Ну, почему? Почему будем мимо проходить? Ну ладно. Он уже поднимает. Поздно. Поехали. Окей. Просто тот был сильнее, его надо было бы убить, а этот слабак. Ну, слабого сейчас запинаем, потом все заагримся на. На-на. Что, ребятки? Пока что у нас все неплохо идет. Так она бьет кого надо просто. Ну да. Оп! Ага. Прилетело. Капец, куда мы уже попали? Давайте так вырвемся. Да, откатился прям скилл. Наглую, да, пошли, все. Нет еще. Да, пошли в нагляк. Еще 30 секунд. О, вот эти ребята. Не, я так, конечно, нужно лечить. Не рискну. Я сейчас пытаюсь агро на всех. Давайте фокусить главного. Фокусим главного. Я одного на себя взял, убью, так. Я сейчас включу арту, чтобы мне попроще было. А, у меня нет. Тебе сейчас достаточно нехорошо станет, если вы по-быстрому с ними не справитесь, я не успею тебя подлечить. Все, он один остался, нормально. А, ну все нормально. Я его сейчас еще отдушу маленько. А, поздно уже глушить. Так, да давай используй свою эту темную сторону силы, чтобы подлечить маленько. Так, и вот еще один Акалит. Апрентис. Не очень у них удачно тут все пошло, надо сказать. Ну да. Так. Так, теперь идем обратно и чуть-чуть подальше сходим, потому что вот последняя точка нам будет близко к тому месту, куда нам надо зайти. Угу. Чтобы два раза не бегать туда-сюда. Вперед. Иди. О. Блин, спасибо за патч, короче. Электронные карты. Да. Не, у меня по сравнению с предыдущей серией в этой отлично все работает. У меня в предыдущей надо... все отлично было, а в этой просто... Ну, поднимайся быстрее, потому что жуки сейчас можно... Да-да-да-да, я вижу. Да-да-да. Коробка с печеньем надо им отправить. И банку варенья. Да. Так, теперь нашу стрелу. Ну все, они кончились. У вас рецепты-то вот хоть есть, нет? Я вас снабжаю лекарствами. Конечно, есть. Что за глупый? Наркоманы. Кругом наркоманы. Это у нас этот сосед есть, короче, живет пониже. Мужик такой, лет 60. Вот такие езжу, такие сухопары, старички такие, этот, такие злые такие. И что-то я с ним разговариваю, стою на крыльце, и там проходят эти, ну, как эти, невменяйка. Ну, то есть, эмы или как они там называются, такие. Неформалы, короче. Да, неформалы. Так, ладно, лечить надо. Рассказывай. И такой идет, лохмами трясет и слушает там музыку по наушникам. Там как наркоманы. Короче. Ой, сивачи, уржешься.
Есть сосед, он другой религиозный фанатик, типа у вас, граждане ситхи. Он постоянно разговоры там заводит на тему Шамбала, скоро конец света, типа и тому подобное. Веселый район. Веселый, да, машины, район, машины, да, горят. Мальчик со свистом. Да, машины горят. Прекрасные люди. По крайней мере, цыган нет. Пока, пожалуйста. Цыган у нас вообще на другом конце города. Почему для цыган я заметил уже готово? Да, уже понравится. Мне должно понравиться шире, которое, кстати, и пошло. Все бегут? Да, нет, мы тут нас... Последним тоже. Нет. И нас разматывают. Скорее всего, пока что сейчас это будет, типа, вообще хорошо будет. Ну, убили, все нормально. Так, что стрелу надо лечить? Ну, не мешало бы, да. Ну да. Джек Шепард, ты лежишь, что ли? Не-не, я стою, вас жду. Типа мини-босс есть. Я гушанул маленько. Моя глушилка подольше действует, чем артемовская. Но отнимает много энергии. Лучше я вас лечить буду. Ну лучше, да, шприцы, это норм. Подождите, мне нужно еще обыскать этого хрень. Я обыскал, да. Да, мне говорят, чтобы я обыскал. Я обязательно провтыкаю, потому что потом придется назад бежать. Ой, сейф. Так, хорошо. И осталась еще руна победы. Окей. Так, ну что, врываем? Сейф нашел. Ну, это только я, подожди. Давай. Сейчас все, бежим. Чемпион, бежим. Спайни и бэк. Давай. Хищник какой-то, да? Ну, нас сейчас распетляет. Давай, прыгай. Прыгай? Давай. Они уже прыгают. Маллиган бок. Все, это что подошли такое? Давай, ребята. О-о-о, офигеть. Это же трицератопс. Да, мини-боссик. Так, начинаю, короче, лечить. Так, я думаю, будет лучше всем. И мне нравится, что я убью. Поэтому убьет тебя. Так, я не понял, а что ты не лечишь? А, вот все нормально. У меня просто от прошлой дозы еще. Возможно. Не отпустила. Да. Ты сам понимаешь, скрещивать эффекты — это как-то пагубно. Только не перекрещивайте лучи. Да. Жирный. Потоки. Там они про потоки, по-моему, говорили. Что там говорили? Это примерно то же самое, что поделить на ноль. У меня шняга есть. Короче, постоянно. Да, которая урон наносит. Прикольно. Так, у меня энергия кончилась, мне нужно подождать маленько. О, я могу так говорить. Что, ребята, вы без лечилки пока. А нормально. Нормально? Ну, шустрели, не особо нормально. Я включил. Пробей мой щит, да. Умер. Братиш. Он мертв. И с него ничего не выпало. В прошлый раз мне больше не выпало. Фигня. Конечно. А нахер мы вообще били? Как опыт, ну, забыл? Как, чтоб было. 1400 опыта дали. Да, мне 1000 просто. Зачем нам газовая горелка? Надо. Так же. Так, мы туда бежим. Паркур. Да-да. А, мы обойдем просто. Сейчас слева обойдем. Блин, большая локация. Мусор валяется, его, видимо, тоже в каком-то... Ну да, это для скевенджеров каких-то. Давай сразу валим. Сейчас мы с тобой... О, гора. Вышли. Много тут ваших. Ой, отвяжись от меня. Я его забрал. Теперь забираю еще и ящик. Пытаюсь, по крайней мере. Забирай. Пока нам нужен. Бонус. Все нормально. На, получи. Окей. Подбираю. Что там, кстати, наркоман Павлик-то не ходит больше, да? Что? Я уже забил. Я не знаю. Нет, я Павлик? В последнее время... Он мне надоел после третьей серии, я его не смотрел. А недавно вот просто посмотрел, как-то там сюжет, оказывается, есть. Да. Вернулся такой, обратно. Да, причем что-то... сюжет — это большой минус. Вот здесь сейф. Тёма? Да, сюжет — большой минус именно. Но да, как-то вот просто уже думаю... Ну да, в принципе, фразочек тоже нет.
Там, в принципе, вообще все плохо было. Интонация. Кроме вот этого вот Валера. Не, в первой серии там ржачно было. Там мумия Добей меня вообще доставила. Потом уже как-то вообще скатилось. Так, Джек Шепард, тебя сейчас зацепит, по-моему. Бежим по дорожке, да? Как охотник на камеру. Так, шестрел на Агдер. Ладно, давайте внизу принимаем. Артур, спускайся, Макс, спускайся. Какой внизу? Меня сейчас и забьют, как собаку. Давай, давай. Его уже... Ого, их там. Ты чего, Артур? Я массага делал. Стараюсь, чё. Нифига ты нас собирал. Это не я. Ага, они сами. Блин, я на Артура навелся и пытаюсь его бить. Ой-ой-ой. Не надо мне бить. Лечилка. Шестрели хана. Не успеваю. Вот она. У нас же есть лечилки по 1500. Я уже одну я не знаю, чего вы не пользуетесь. Я сейчас умру. Короче, ребята. А давайте быстро забежим. Ага. Забежали тут у нас уже. Откуда их столько-то? Меня поломали. Да, всех кто-нибудь поломали. Кто-нибудь может резнуть нас, Артур, нет? Артур, в невидимости. Ну, через 4 секунды я будет не могу в невидимость идти в бою. Я могу. Забеги, забеги, нет, в зеленый дверь, они не идут. Зеленый, забегай. Назад. Fall back! Все, борода. Так, ну что, мы в медцентре воскрешаемся? Подожди, я вас сейчас подниму. Подожди, сейчас. Все, я уже сейчас тут буду. А, здесь можно же воскрешаться, да? Да, это закончится. Так, Medical Pro, а где они вообще? Они ушли, что ли? Да. Давай. Ну, надо сказать, Максим, к таким ребятам нужен подход. 6 их было, наверное, да? Да еще больше. Да, здесь, я думаю, парочки хватило бы просто, чтобы этот, чтобы нас размотать. Полечись, Артур, айподом. И пафнет. Да, вот сейчас сюда зайдем, а теперь да. Я лечусь уже. Пафы провязайте все. iPad 4. Apple. Новый. Что там по времени у нас? Ну, можно завершить. 41 минута. Можно завершить, да. Здесь далеко идти вообще, нет? Локация нет, маленькая, мы... Так долго будет. А, не, какой приличный тут. Сейчас просто эту пещеру уже с ней разберемся, и я думаю, закончим. И в ней прям будем. Закончим, даже выходить не будем. Да, это что тут вообще такое? Мы сюда почему квест сейчас идем? Мы будем бабаю тут призывать. Мы собрали, короче, 5 таблицок. А, у нас у всех это... квест этот, поэтому. А, ну понятно, короче, да. И сейчас нужно их в правильной последовательности вставить. Ну, так, ну этим у нас так, ребят, дайте, Артем будет заниматься. Я знаю кодекс, очень хорошо. Отлично, давай. Где? Дайте мне. Дайте мне. Пытайте дело заняться профессионалом. Я знаю все. А, в общем, открываете инвентарь. Да. И там mission items выбираете. Понял. У вас 5 табличек. Понял. То есть я могу выбрать любую? Ну тут в определенной последовательности. Надо по очереди, да. Окей, давайте, я понял. Сказать. Делаем. Я вообще не трогаю. Окей. Одна есть. Одна. Занимаемся второй. Есть вторая. Хватит Ктулху призывать. Третья, пацаны. Неправильная. Третья, вот. Я в укрытии сижу, жду, боюсь. Битл, кстати, советую отойти. Битл Джуз. Так, подождите. Не сработало. Битл Джуз. Битл Джуз. Окей. Руна победы. Вообще, если кодекс знать, их с первого раза все. Там просто надписи на них. Но я, честно говоря, его очень плохо помню. Все, ребята, я сделал. Теперь нажми ну на чё, самый центральный. Окей, теперь нажимаю. Готовьтесь. Я готов. Ой, я не со стороны вышел, по-моему. О, это ж наш старый знакомый. Да, только ну, немножко более только сильный. Я думаю, да. Зверяка этот... новый. Он решил таксить, похоже. Подкачался. Да не такой он крутой, на самом деле, как. Да, для четверых без проблем. В принципе, да, быстро у него уходит жизнь. Взрывчаточки ему зашлю. В меня порушил. Да и тебе зашли. Все будет хорошо. Энергии у меня еще полно. Все будет хорошо, пока ты в шляпе. Немножко пусть поплавится у меня. Блин, у меня на руке эта штука, она просто универсальная. И наркоту вам засылать, и ему дротики. Сдалека. На все случаи жизни. Ага. Кто-нибудь сигарет стрельнет, я ему с помощью сигарет пошлю. Мотилку подгоню, да? Звань. О. Так, вот сейчас она в рейдж вошла. Да, и кончилась. И кончилась. Так, медиум арма. У меня такие же. Нет, спасибо. Мне бы не помешало. Нет, спасибо. Я получил, хорошо.
Ну, собственно, и все. Ну, только твоя часть поиска. Return to Lord Shallot. Так, ну, в принципе, давайте на этом завершим. Завершим да, прям завершам. Тут. Давайте завершим. Завершим, да. Давай завершим. Завершим в следующей серии про толщам. Короче говоря, продолжаем пока что разбираться с этими квестами. Здесь у нас, похоже, еще достаточно много работы будет. Да, на Драмалкас много, на самом деле, квестов еще хватает. Да, в принципе, это кажется так. Я думаю, еще серии 2-3, и мы уже будем выбираться на Татуин. У нас у каждого появится по своему кораблю. И, кстати говоря, поначалу-то я заметил, что тут просто в кораблях можно ходить и с помощью них быстро перемещаться между планетами. А потом на более поздних уровнях, по-моему, тут типа спейс-симулятора какого-то есть. Можно да? летать на кораблях, перестреливаться. Офигенно. Короче говоря, увидимся в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось. Попрощайтесь, коллеги. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.